Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. До Экофеста остается меньше 2 месяцев. Рассказываем о концепции фестиваля, который в этом году получил название «Город будущего». Информационная служба Skyway подготовила новый видеоролик, в котором показала модельный ряд струнного транспорта со всеми ключевыми характеристиками. Статья с заголовком «Платформа 3D Experience помогает создавать общественный транспорт будущего» вышла на медиапортале hubber.com, посвященном современным технологиям. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В этом году у главного фестиваля струнных технологий Экофеста новая концепция. Каждый гость – житель большого города будущего, где реализуются возможности и сбываются мечты. Всех посетителей города Skyway ждет интересный досуг с квестами и играми. Для любителей шопинга не будет недостатка в сувенирах и литературной продукции. Желающие узнать историю Skyway смогут посетить музей проекта. И, конечно, всех посетителей ждут прорывные технологии Skyway, инновационный транспорт, автоматические системы управления и искусственный интеллект, новинки в сферах робототехники и возобновляемой энергетики. В этом году опробовать струнный транспорт лично сможет абсолютно каждый, кто купил билет на фестиваль. В прошлом Экофесте из-за технических ограничений это, к сожалению, получилось не у всех. На фестивале также выступит создатель технологии Skyway, председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. Он ответит на все вопросы гостей. Сегодня существуют решения Skyway для всех видов перевозок – пассажирских и грузовых, городских, междугородных, международных и даже космических. Пыльная буря, ледяной холод, заснеженные горы или пустыня – струнные дороги могут быть построены в любых условиях. Струнный транспорт подстраивается под нужды человека, как в случае с тропическим юникаром, созданным специально для работы в тропическом климате Ближнего Востока. Транспорт Skyway превосходит все существующие аналоги. Он безопасен, будь это вместительный юнибус, легкий юнибайк или грузовой юнитрак. Он исключает влияние человеческого фактора на движение, потому что управляется автоматикой. Он не столкнется с другим транспортом и не собьет пешехода, потому что дорога расположена над землей. Чтобы показать все многообразие существующих транспортных решений, информационная служба Skyway подготовила специальный ролик, который вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Новости». На медиапортале hubber.com вышла статья с заголовком «Платформа 3D Experience помогает создавать общественный транспорт будущего» от представителей европейской компании Dassault Systems. Dassault Systems помогает проекту Skyway внедрять в процесс производства технологию 3D Experience, одну из составляющих индустрии 4.0, комплекса технологичных производственных систем. Skyway Technologies стала одной из первых компаний на постсоветском пространстве, работающих по принципам индустрии 4.0. В новой статье авторы подробно расписали процесс использования платформы и ее значение для струнного транспорта. Вот что они пишут. Сегодня на этой программной платформе работает свыше 200 сотрудников компании, отвечающих за разные составляющие. Проектирование, гидравлику, пневматику, шасси, кондиционирование, несущие конструкции, электрооборудование, электронику и так далее. Подробнее о том, как создатели Skyway используют в своей работе 3D Experience, вы можете прочитать в полной версии статьи на портале Hubber. Ссылку на статью вы можете найти на нашем сайте в разделе «Новости». Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.